Партнеры «Каустика» сыграли второй выездной поединок против Академии перских медведей. Днем ранее волгоградцы уступили с разницей в 3 мяча 31-34 и были полны решимости взять реванш в повторной игре. Первый тайм можно смело занести в зачет ЦРГ «Динамо Биотех», который закончился при равном счете 16-16. Однако во второй половине случился провальный отрезок у нашей команды, благодаря которому хозяева паркета ушли вперед. Гости, разумеется, пытались догнать оппонентов и, возможно, сделали бы это, если бы играли не с абсолютным лидером молодежного первенства. Пермяки спокойно довели встречу до победы 39-34, которая стала у них 17-й в текущем сезоне из 18 матчей. В активе дублеров «Каустика» 8 побед, 3 ничьи, 7 поражений и 6 место в турнирной таблице. Следующие матчи команда Богдана Кольцова сыграет 13 и 14 ноября в Уфе против местного «Акбузата-2». Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».